21 минута. Без записи? Да. Вот стоит Андрей. Шипари, вон висят. Бельки. На плотине, так называемой. Вот один водоем. Пипец он. В котором почему-то не ловится ни хрена. И он здоровый. Вот он. Стою я, блин. Вот по плотине, если смотреть, она вот так вот и идет. И вот здесь вот мы уже поймали в этой луже 4 щучки. Вон они. Сейчас, блин. Вот две моих висит. Андрюша уже тут все излазил в этой эльке. Мне кажется, надо, чтобы они немножко подуспокоились. Местные. Погода вообще шикарная. Вот они висят. Американо. Пипец тут, елки. Это вот нужно видеть. Да. Ты снимай вот здесь, вот, ну, вот видно будет. На вот это. Где они? Вот они. Видно их? Смотри, что делают. Да кай. Вот они. Везде. Чучки. Погода прелесть. Вот, смотри. Вот зачем мы сюда пришли. Папа американо. Папа американо. Карандашики. Только что была поймана дядей Сережей. Вот эта штука. На попперс. Попперс в такой теме. То, что надо. Сейчас покажу, какая тема. Вот он, попперс. Ух ты, какая бодрая. Смотри, она все жабры даже вырвала просто. Надо же. Сорвалась, прикинь. Сорвалась. Супер. Вот это рыбалка. Так, у нас тут еще один рыболов. Мошка, конечно, пипец. О, щука попрыгала. Прикинь, она себе жабры вырвала. Сама? Да. Ну, дрябнула. Ну, вот в этом болоте мы ловим рыбу. Там бобры плавают. В общем, тут... Там по берегу стояла. Видел? Конечно. У меня-то, которая была? Да. А, здесь-то, да? Какой-то пипец с мошкарой. Хреново, что она вот попадает в нос, в дыхательные пути. Ну, отлично, вот дождик прошел, сушимся. Болото, конечно, наше, это что-то, блин.
Вот здесь вот ловится рыба, блин. Охота. Вот в этом болоте. Сейчас будем ночевать. Да, ночевать. Причем вот в такой хрени. Зимней палатке. В муравейник встали, блин. Поставили. Поставили, да, в муравейник мы ее. Ну что, прикольно зато. Стоим. Хоть как-то. Видели бобра, да? Но не засняли мы его. Надо будет заснять вот эти вот колышки. Как бобры, блин, тут все точат. Еще страшно ходить. Блин, чистокол один кругом. Все выжрали. Погодка, конечно. Пойдет, надо сейчас я его. Вот щучки. 8 штучек. Где там этот котелок? После всех этих долгих скитаний по болотам мы пришли вот откуда начинали свой поход. Там мы заходили туда, а здесь вот Андрюхина ель впереди, где-то он там за кустом тоже. Где он там? Нелегкая была охота. Охота пуще неволи. Зато классная. Это да. 9 щук. А? Или 8. Ту не считаем. А сходов, наверное, в 3 раза больше. Ну вот, чувствуешь, да, чем пахнет? Кошак. Вот наша рыбалка в болоте. Это все, что мы поймали. Это шутка. Вот они, хорошие наши рыбки. Еще такие. Щучки. Щучечки. Отлично. Начинаем солить и коптить. Что тут делается? Это сейчас мы будем коптить щукаря. Слушай, там надо оставить что-то. Мыть не буду. Так, хуярю прямо, да? Давай, да. Я или
рыбачку вызвать мне. Чего, чай будешь? Да. Да. А, ну жареную. И так она сразу, я забыл. Да, ну ей надо так, остальное как есть. Сейчас, пошли, большую часть. Да. А, будешь копченый, значит, есть? Три рыбы без разницы. Одного сердца. Бен бомбил. Рыб. Нет. Я сейчас поеду в дальнюю. Пошли на план. Ты через дальнюю? Куда не ванишь? Нет. Дома они вали, ну и ну значит, это самое. Оставь больше. Ну не надо, не пихай туда. Пихай его на мел. Это завялить вообще надо было. Да мухи у тебя съедят его вместе с опарышами. Так. И что мы сварить ей? Красавица ты какая, а щучка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Так. Где? Крышка. Ё-моё. Помочь? Нет. Я тебя сам. Блин, где ты бы какой-нибудь страховочку? Где ты вообще так пал? Вот они, щучки. А этот тут затесался. Ну, у нас еще две. Еще, да. На суп. На супчик, на жарек. Отлично. И вот уже идет к нам первый посетитель нашего рыбного ресторана. Просим. Ты хочешь рыбки? Да? Вкусно пахнет. Жалко, здесь не водятся такие, да? Ну, зато карасики. Пойдем смотреть.